Житель Красноярска Михаил Дик построил иглу в поддержку сборной России, которая сейчас выступает на зимней Олимпиаде в Пекине. Иглу – эскимосское жилище, которое строят из снежных или ледяных блоков. Для того, чтобы конструкция была более устойчива, готовую хижину поливают снаружи водой. Михаил соорудил иглу за 5 дней и планирует жить в нем до 20 февраля, пока не закончится Олимпиада. Дом состоит из 40 ледяных блоков, которые в общей сложности весят около 28 тонн. Хотелось как-то выделиться, как-то показать нашим олимпийцам, что у них есть такой болельщик, слегка, может быть, сумасшедший, как некоторые скажут, но, я бы сказал, просто креативный. В Красноярске сейчас около 16 градусов мороза. Но Михаил серьезно подготовился к зимовке в экстремальных условиях. В доме есть все необходимое. Печка, телевизор, спальное место, плита, умывальник, а также стол и табуреты, сделанные изо льда.